все-таки нам очень важно узнать причины и условия, которые могли подтолкнуть, в общем-то, совсем молодого человека. Это вообще нетипичный случай, вообще надо сказать, что обычно мы всегда думали, что счеты с жизнью сводят ребята постарше. Здесь, конечно, очень-очень все сложно. Я думаю, что мы будем разбираться. Вот поспешных выводов, конечно, делать, я думаю, будет не совсем правильно. Я не исключаю вот тех причин, которые вы назвали, и не исключаю с той точки зрения, что в последнее время увеличилось количество обращений граждан к уполномоченным как раз по этим проблемам, по проблемам взаимоотношений ученик-ученик. Учитель-родитель. То есть действительно такое количество обращений увеличилось. И хочу сказать, что вот совсем недавно на одной из наших конференций выступал учащийся 12-го лицея, который провел собственное расследование с точки зрения страхов, которые сегодня сопровождают ребят. Ну, вот он проводил это в старших классах. И вот все думают, что их всех страшит сдача ЕГЭ. И учителя все в голос говорят «ЕГЭ». А когда мы это исследование показали, в первую очередь у ребят возникает страх от того, что их не уважают. То есть их оценки учителями, то есть уважение к ним. Наверное, вот это и есть тот корень проблем, которые возникают сегодня вот как раз в системе отношений.